Здравствуйте! Прогноз погоды на субботу 24 февраля представлю вам я, Карина Воробьева. Световой день составляет 10 часов и 31 минуту. Начнем по традиции северных районов. Тут пасмурная погода и снег. Температура днем минус 13, ночью столбик термометра опустится до минус 25 градусов, порывы ветра до 6 метров в секунду. На юге республики солнечно, днем минус 15, ночью минус 28 градусов, порывы ветра до 5 метров в секунду. В западной части Бурятии ясная без осадков погода, днем минус 14, ночью минус 28, скорость ветра до 7 метров в секунду. В Кяхте пасмурно и без осадков, днем температура составит минус 12 градусов, ночью до минус 24, ветер до 6 метров в секунду. Была солнечная погода, днем минус 14, ночью минус 27, порывы ветра до 5 метров в секунду. С вами была Карина Воробьева, до встречи!